До 1 июля продлен временный порядок установления и подтверждения инвалидности. Бичанам, у которых срок переосвидетельствования установлен до этой даты, инвалидность продлят автоматически. Как пояснили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю, установление группы инвалидности категории «ребенок-инвалид» или установление процентов утраты профессиональной трудоспособности осуществляется путем продления на 6 месяцев. Если гражданин обращается по данным вопросам впервые, то решение принимается заочно, то есть без личного присутствия гражданина на основании документов, выданных медицинскими организациями. Все необходимые справки, а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации направляются гражданам заказным почтовым отправлением. Кроме того, упрощена процедура оформления направления на медико-социальную экспертизу впервые. Теперь дополнительные медицинские обследования не требуются, если таковые пройдены в течение года.